Велосипед автора XZ26 2016 года. Это велосипед для трюкового катания в дисциплинах дёрт и парк. В этом году у велосипеда абсолютно новая рама компактной геометрии, которая стала короче на почти что 1,5 сантиметра спереди и на сантиметр сзади. Велосипед комплектуется амортизационной вилкой начального уровня RST-дёрт, коротким выносом 30 мм, системой шатунов Step-Up, цепью KMC-710, накатистыми полусликами Maxxis DTH, которые подойдут как для дёрта, так и для паркового катания, и удобным мид-сидением After Age Lab. Главное, что даст вам этот велосипед, удобство в стоке. Как только купили, сразу будет удобно учить трюки. И это очень важно.